Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 апреля. Память преподобной Феодоры Солунской. Преподобная Феодора происходила от благочестивых родителей, христиан, Антония и Хрисанфы, живших на острове Эгине. Эта благочестивая чета жила в то время, когда Святая Церковь была волнуема ересью иконоборческою, царствование императора Михаила. Но благочестивые супруги не были смущены учением иконоборческим и как светильники сияли своим правоверием. От таких-то благочестивых родителей и происходила преподобная Феодора. По достижении совершенного возраста Феодора вступила в брак. Вскоре у нее родилась дочь. По случаю нашествия неприятелей молодые супруги переселились в Солунь. Когда дочь Феодоры достигла совершенного возраста, преподобная Феодора посвятила ее на служение Богу в одном из солунских монастырей, а потом по смерти мужа своего и сама поселилась в том монастыре, приняв здесь сан иноческий. Живя в монастыре, преподобная Феодора проводила строго подвижническую жизнь, укрепляемая благодатью Божией. Она трудами послушания и смирения своего, постом и молитвою, столь угодила Господу, что совершала чудеса не только при жизни, но и по смерти своей, последовавшей в 879 году. Так, когда по представлению преподобной скончалась игуменья обители той, и когда полагали тело ее близ гроба святой Феодоры, то совершилось великое чудо. Преподобная Феодора, как живая, подвинулась вместе с гробом своим, как бы уступая место своей начальнице и показывая свое смирение даже и по смерти. Все, видевшие это чудо, пришли в ужас и громко взывали: «Господи, помилуй!» От святых мощей преподобной Феодоры истекло благовонное мира, которым творили многие чудеса. Бесы изгонялись, слепые прозирали, и многие больные получали исцеление от недугов своих во славу Христа, Бога нашего. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.